Друзья, всем доброе утро, всем хорошего здоровья, крепкого такого. Всем привет. Надюша опять раньше меня встает. Я не знаю, как у нее удается. Это привычка. Привычка? Да не, привыкнуть, наверное, трудно. Может, секрет в чем-то другом у женщин. Моя мать тоже рано вставала, отец позже. Лера тоже, говорит, она в 5 встает. Что она в гостях задерживается. Уже аж это, соскучились. Да, но в гостях, наверное, лучше, поэтому не хочется дома. Друзья там, это родственники. Мне интересно, сегодня магазины этот что-нибудь клей продают, не продают, у меня клей заканчивается для плитки. Пойду управлюсь, надо пробежаться, за клей глянуть. Давай. Что у нас с хлебом, есть хлеб? Да, хлеб есть. Есть хлеб? Хлеб есть. Еда есть. Торт немножко есть. Да. Да, еда. Ох уж эта еда. Она нас убивает. Так, а вы куда вышли? Вы откуда вышли? Не понял. Вы забыли свою подружку. А? Заходим. Давайте. Давайте, заходим. Заходим. Ну, тебе надо было промазать, да? Давай. Только не понял, куда вы вылезли-то. А? А? Доброе утро. Так, друзья, ну что тут у нас, обрезки, да? Что у нас происходит в баньке? Друзья, я сильно не переживаю за то, что на полу происходит, потому что там будет стоять. Почти весь пол будет закрыт. Вот. Пол и пол стены вот, будет закрыто. То есть это идет коричневое, там в раздобой внизу это тоже будет закрыто. Вот, то есть примерно будет вот такая картина. Когда будешь заходить в баню, ой, вот сюда, вот в эту комнату, то есть будет видно вот это, вот так вот стена, не вся стена. Вот. И здесь будет видно тоже вот за вот этой плиткой еще, ну вот так, наверное, будет видно. Когда это все уже заставится, тут уже будет полная картина. Здесь у меня что происходит? Здесь у меня пока вот так вот происходит. Вот. Бирюзовые плитки мне отдали 1,5 упаковки. Я вот решил такие вот, типа как колонны, да, на этой стене сделать. Плитка почти вся белая. Белая, бежевая, вот. Такая более-менее в один тон. Самое интересное, что в ширину не подрезал. Что здесь вот в ширину четко стало. Что вот здесь тоже получается, что она немножко разной ширины. Но вот я думал, на середине будет вставочка какая-нибудь маленькая. А в итоге получилась такая плитка широкая стала посередине. Вот. Сюда пустил плитку. В общем, у меня вот такое много плитки. Со сколом. Получается, я посрезал вот сколотую часть. Вот там под подоконником будет немножко, но ее не будет видно. Она будет спрятана под подоконником. Там небольшие сколы пооставались. Продолжу сегодня здесь заниматься. Кстати, хоть бы свет включил, да? Сейчас пойдет медленнее процесс, потому что окно там, подрезки. Я вчера только, ну вчера вот ведро клея хватило на вот это вот, то, что вот я положил, вот эту стену, да, и вот там вот вверх доложил. Сегодня, я думаю, эту стену доложу и начну либо вот этот пятачок
Вот. Не знаю еще. Либо вот эту вот большую стену. Будем пробовать, экспериментировать. Так что, друзья, за пол сильно я не переживаю. Будет видно, вот основная часть пола, которую будет видно, вот, это будет вот так вот. В принципе, нормально. Что у нас в бане происходит? В бане у нас тут... Ой, как тепло. По-моему, теплее, чем в доме даже. Я дверь открыл. Ой. Дровишек немножко осталось. Вот. Тонко я поджигал. Здесь вот листва валяется. Листва. Здесь тоже оно листвой все засыпано, так что сегодня, скорее всего, будет уборочка небольшая. Хочу похвастать, друзья. Эта вот конструкция вчера выдержала серьезное испытание. Ой, вода до сих пор. Можно сейчас покупаться пойти. Серьезно, сейчас можно пойти покупаться в такой воде градусов 40. 40-45, наверное. Одному человеку хватит искупаться. Вот. То есть, сейчас скажу, сколько вчера. Трое детей искупнулись. Двое взрослых. И еще мы с Надюшей. Это 7. 7 человек вчера покупались вот с этой емкости. Ну, не друг за другом прямо, ну, с промежутками. То есть, тут там детвора попарились. Искупнулись. Вот. Потом вот взрослые. Вот. Ну, и мы уже... Когда гости разъехались, с Надюшей тоже здесь немного попарились, тоже искупнулись. Вот, то есть 7 человек за вечер, друзья. И до сих пор теплая водичка. Так что очень хорошо выдержала эта конструкция испытания. Я думал, что не хватит, все. Всем хватило, все были довольны. Здесь вчера... Вечерком засел, перебирал диски, что выбросить, что не выбросить. Ну, штук 50 дисков, скажем, я уже выбросил, вынес. Вот, это тоже, я не знаю, наверное, пойдет на выброс. Ой. Основной тут, короче, ужастики. Ужастики там, боевики. Сборник «Потусторонний мир», вот. Сборник про акул, ужастики. Это наши от комедии какие-то, «Плакальщик», «Новогодние мужчины», «Не было бы счастья». Это вот сам сборники делал когда-то. Ой. Так, все, жалко, жалко. В общем, это я хочу все выбросить. Вот. Это еще буду перебирать. Здесь вот у меня еще есть диск. Вот Фантоций. Сборник такой. Это я тоже когда-то скачивал в интернете. Когда-то это было... В общем, Сеньор Робинзон. С этой же Паоло Виладжо. Вот, «Школа воров» в две части. Вот. И, по-моему, здесь еще может быть этот «Забавные истории». Надо глянуть. Ой. В общем, не знаю, еще буду сортировать. У меня со Шварценеггером там, наверное, больше 30 фильмов, только больше 30 дисков. Это все, я не знаю, как это, увлечение молодости, да?
игры понаходил. Кстати, квесты, может быть, детворе что-нибудь поставить. Тут есть Петька и Василий Иванович, братья-пилоты. Ой, так, где он тут сову увидел с рогами жука-оленя? Какой тут трох оленя тут он. Я только вижу, что я цветок вверх ногами приклеил. Это мне? Там еще салат, сейчас я тебе достану. Я уже позавтракала, конфеты ем. Надюш, твои тефтели я бы ел, ел. Ну, можно еще сделать. Они просто, я не знаю. Да ладно, тефтели. Че ты это? Или я соскучился за ними так, или... Они очень вкусные. Я вчера, если ты заметила... А что, чтобы смотря на сползла. Ну, тарелка-то круглая. Друзья, если кто кушает, приятного аппетита. Надя говорит, дрова заканчиваются. Я бы не сказал, что заканчиваются. Ну, так, я хотел взять этот мешок. Вылезет. Или не вылезет. Надо было, наверное, нормально вылезло. О. Это мешок с обрезками. Сегодня возьму его на этот, на розжиг. У всех зимы как зимы, а у нас осень. У нас зима. Да. Это доктор Пропер так блестит. Нет, что блестит, это просто мокро. А у нас все время ботинки, сапоги надо мыть. Да, Тая вчера вышла на сколько? На полчасика? Были бы зимы, как зимы, да? Не говори. Друзья, я совсем забыл. Здесь вот прививал почку. Прижилась она, не прижилась, мне интересно. Это весной посмотрим. Вроде как приросла. Вот. Так, такая пиявочка, видите? Это я прививал почку. Ствол, конечно, толстый уже. Довольно. Он уже толще пальца. Я сюда почку подсадил. Посмотрим, что будет. А здесь еще два деревца. Надо будет потом срезать это все лишнее.
дичка выросла сама, не знаю, от корня или от косточки. Вот. Тоже, видите, другим цветом. Эх, я даже... А, это я у соседа брал. Очень вкусное яблоко, помню. Вот, и здесь еще. Еще. Держится? Держится. Ладно. В общем, у меня вот три почки. Посмотрим, что с ними будет весной. В феврале я срежу, вот так вот сделаю срез над почкой. И должна будет пробудиться весной эта почка и пойти расти, если она только... Если только все хорошо. Если только она не погибла, еще обледенения были, да? Тоже могли негативно повлиять, я думаю. Так, плиточный клей купил. Магазин работает, клей есть. Этого ведра мне сегодня хватит надолго, потому что будет очень много подрезки. Я думаю, что до вечера буду это ведро израсходовать. Что-то мне так кажется. Тут у меня еще поломка произошла. Но это уже завтра надо будет. Это я заметил сейчас. Завтра надо будет это все подровнять. Приварить на место. Так что на завтра работы добавилось. Это с утречка можно сделать. Хотя если вечером останется время, будет светло, можно будет сделать. Все, друзья, буду заниматься. Огонь там горит. Огонь горит, да. О, щепки быстро догорают. Сейчас надо подкинуть травишек. Это обрезки на банюшке доски. Тогда с вагонки это все. Не все с вагонки, оказывается. Это со столярки. Так. Одну палочку такую положим. О, как раз. Подольше будет гореть. Thank you.
И чудо, Алиса! Ты чудо? Это же не та песня. А что, про чудо Алису другая песня? Нет. Нет. Про чудо Алису песня. Про чудо Алису нету песни? Да. Ай-яй-яй-яй. Это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Дай перемерить. Пу-пу-пу-пу-пу. Просыпайся, давай просыпайся, хватит спать, а то ты спишь, долго спишь очень, хватит долго спать, пора вставать, спишь, ну ты и Соня, ты и Соня всем Соням, Соня за Соня. Классная песня получается, да? Да. Кто-то недавно, друзья, в комментариях вспоминал про эту плитку. Вот, я про нее не забыл. Я думал, что вот ее вокруг окон вот так вот можно опустить. Красиво, Лиса? Да. Ой, не хотел вам показывать всех рисунков. Ну, в общем, вырисовывается стена, а? Папа, я гвоздики сюда поместили. Крестики? Здорово. Гвоздики. Гвоздики. Это здорово, что ты гвоздики собрала. То у меня нет когда. Вот, друзья, плитку ложил. У меня снизу нету ничего, никаких там подкладок, подставок. Вот, просто к стене ее так вот раз, все. Прекрасно висит и не падает. Вот даже я по уровню, вот у меня уровень, да, лазерный. Вот, то есть, как я ее прицепил к стенке, она шевелится. Как ни странно, если рукой ее шевелить, она шевелится.
Но никуда не девается. Сейчас. Папа, вот. Ага. В одной кучке. Наша мама пришла. Молока принесла? Нет, ничего не принесла. Ничего не принесла? Дети дома? Та ушла в дом, а мы тут с Алисой. Пойдем. Ух ты! А что ты решил вот эту плитку положить? А что? Так вот ты, да. Мне не нравится она. Я захотела сюда... маму горянку какую плитку. Мне кажется, она вообще не к тему сюда. Ты так красивую плитку клал сюда. Да я чтоб не пилить. Как-то так. Да ясно. У меня она вообще, мне кажется, вообще не к месту. Ну. Ну, ты не советуешься. Что сделано, то сделано уже. Разложи мне вот там вот тут в той куче. Я положу, как положишь. Вот сюда, да? Как мне вот сюда? Не-е-е. Вот сюда как закладывать? У меня нету. Показывай. Фантазии. Привет. А что, пойдемте обедать? Я кушать хочу. Уже обед? Да. Я только полведра выработал. Пойдем, пойдем. Ага, спасибо.